Максимадзе, и это Мудвы с поем игровки. Короче. Продолжаем. Да, продолжаем. И, короче, нам надо... Мы поставили, короче, мод, который сохраняет нам инвентарь. Есть такой мод, потому что команда Keep Inventory True у нас не работает. Нифига не работает почему-то. И мы задолбались уже вещи свои терять. Поэтому мы нашли мод, и, собственно говоря, я предлагаю отправиться в ад. Хорошая идея, только сейчас. Теперь в аду нам будет намного легче. Мы что-то там хоть добудем. Перед тем, как огребем люлей. Да, и только мне нужен новый топорик, потому что свой я тебе отдал. А еще надо бы мне сделать лопату. А еще у меня опять нету еды. А, ну хотя картошка тут, наверное, выросла. Нет, картошка нифига не выросла. Что-то ничего не растет. Перестало что-то расти у меня все. Какого фига, я не знаю. Опять, наверное, скоро сезон будет меняться. О, еще одно яйцо. У меня тут за кадром, короче, еще один цыпленок. Ой, там еще четвертый даже. Так, ну из этого ничего не вылупилось. Из этого тоже. Короче, уже две курицы у меня в доме. Надо будет построить курятник и перевести туда их. Строить будем за теплицы, загоны для животных. Живой уголок там будет у нас, если что. Так, у меня есть лопата, но она уже на самом-самом исходе. У меня такая же фигня. Фигня, да. Так, делаем новую лопату себе. И... Ура, потолок почти закончен. Топорик. Надеюсь, что не понадобится тебе потом еще один. Ну, мне осталось-то тут по фигне уже разобрать-то. А эти слитки в инвентарь, это в сундук. А, уже не влезает. У меня есть пару сундуков лишних. Есть у меня место, не волнуйся. А потом... Нам надо будет снова отправиться в Сумеречный лес. Там же следующий у нас лабиринт Минотавра. Оу. И там... Так, а мы кого прошли, получается? И, соответственно, мы прошли первых двух. Это Нага и Сумеречный лич. Следующий лабиринт Минотавра. А там следующий будет... после него? А после него Гидра, по-моему. Если Гидра. Если я ничего не путаю. Ну-ка, проверим сейчас. Да, Гидра, точно. Потом лабиринт Фантома. Башня Гаста. Вот башню Гастов я бы очень хотел пойти. Йети, Снежная Королева и, наконец, Пещера Тролля. Так, сейчас я пока по-быстрому... В лабиринте Минотавра там тоже босс будет, бревна. Соответственно. Надо быстренько доделать. Поскольку у нас сохраняется теперь инвентарь, нам намного теперь легче будет. Кстати, надо сделать новые эти. Ну ладно, пока эти есть, буду пока носить их. Бархатные тяги. Но, наверное, нужно мне сделать новый шлем. Пожалуй. Слитки. Перенести в новый сундук. В этом сундуке вообще уже нету места. Жесть. Круто. Да. Это же хорошо, когда нет места. Это плохо. Значит, у тебя много ресурсов. Это у тебя, значит, много это ресурсов, да. Полезно. Наверное. Есть сумеречный посох, разряженный, правда, в нем уже нету зарядов. Его можно зарядить с помощью через глаза Эндера, но они нам пригодились бы еще, глаза Эндера-то. Для того, чтобы Эндер дракона потом сыскать. Сыскать. Ну да. Сыщики. Мы сыщики. Реальные сыщики, да. Ой. Почему не перестала расти картошка-то, ё-моё? Чё за фигня-то? Да, кстати, у меня, конечно, есть одно предположение, но мне кажется, не то. За кадром в конце прошлой серии, кстати, тут взорвался крипер у меня, поэтому тут... Мне надо что-то съесть. У меня вообще нету еды. Было бы неплохо найти какой-нибудь этот домик, в котором сено полно, и сделать из него хлеб. Так у меня сено было где-то. Да, где оно? Но тебе жалко, по-моему, его мне отдавать.
Погоди, я тебе могу просто дать чуть-чуть сена. Иди здесь возьми сено где-то в сосед. А, вот, есть 36 штук. И вот еще целый х2 стака есть в, в соседнем сундуке. У тебя, кстати, тут назаритовая руда есть в этом сундуке. Может ее переплавить? А, пусть пока так будет. Ничего не трогай пока что. Ничего не трогай. А почему не переплавить? Рано еще. Я даже, мне даже интересно, что из нее будет. Так, пока что, уберем всех? Здесь. А, у тебя, по-моему, вот 5 штучек всего. Да. А, слушай, так мы же хотели... А, вот у тебя, а, у тебя сноп сена вот есть. А у тебя песка нигде нет? Ой, нет, ой, еще есть песок, это великолепно. Тут есть 2 стака снопа сена, но тебе, наверное, жалко будет и тот отдавать мне. Ну, ты возьми просто сноп сена. Один, что ли? Ну, пока возьми один из него, этот, хлеб скрафти пока что. Я, пожалуй, штук 6 возьму, мне одного будет мало. Стака? Чё, стака мало будет. Не стака. Или ты стак разрешаешь взять? Я тебе стак разрешил взять, вообще-то. Ты просто сказал сноп сена, я думал, неужели одну всего? Да возьми стак, у меня этого сена пока много. Ну а ты, отлично, благодарю. Значит, я до хрена хлеба сейчас сделаю. Голодным не буду. Не сказал бы, что прям до хрена, потому что дели на 3, это получается, ну... Чуть больше, чем немножко. Сейчас хлеба дофига будет. Я пока тут выкапываю под кактусы. Место для посадки. Надеюсь, что мне песка хватит. А то песка вообще ни шиша нету у нас. Опа, 43. Еще больше надо. Оп. В расход сена. Потому что мне очень нужна жратва. Без нее мы не жить не можем. Да, я же говорил, что ферму надо делать. Надо ферму делать было еще давно. Да еще немного возьму, а то вдруг. Ну возьми пока что, могу тебе дать. Потому что потом могу не дать, потому что может не быть. Домиков этих со снопом сена в этом мире полно, может еще найдем. Да вообще их надо разбирать, я какой-то домик даже обленился, даже ладно, до конца его не разбирал. Пока хватит. Так, сейчас я еще. А эти оставлю пока. Сундуке пусть будут пока. Ну наконец-то я хоть голодным не буду ходить. Факел. А у тебя песка нет случайно? Сейчас проверим. Мне песка надо побольше. И 10 штук всего есть. Тащи. А, нет, еще стак есть. Тащи. Тащи сколько есть. А где ты? Я за складом. А, у тебя два паука в доме. Да, кстати, Андрей за кадром убрал кактусы возле моего дома, к счастью. Как я ему и приказал. Не приказал, а попросил. Да неважно. Мы просто... Нам нужен зеленый краситель, потому что нам приходится это делать. Так, начнем. Жрем хлеб, мне без него никуда. Хлеб всему голова. Да. Чё, спать-то будем? Да, сейчас здесь докопаю немножко лунок. Расставлю оставшиеся кактусы, всё. Не в шахматном порядке копаю их. Может, там тоже проход какой-то сделать. Чего можно? Да думаю, вот где в подвале спальня, может быть... Вот помнишь эту дверь, которая еловую, которая в твой проход к тебе домой ведет? Может, напротив нее еще один проход сделать? Куда? Только вот не знаю куда. Куда? Откуда я знаю куда? Куда-нибудь. Придумать надо будет. Я сплю уже, если что, и тебя жду. Ну ты подожди, я сейчас кактусы доставлю и все. А, короче, ты что, знаешь, что сделаю? Я пока кактус сейчас здесь рассаживаю. Нам нужны кактусы. О, это еще лучше. У нас кактус хоть будет расти. Мне тут немножко кактус для кактусов раскапывать. Потом надо будет... Так, у меня место на заднем дворе вообще есть для курятника? А ты хочешь на заднем дворе строить? Ну да, как бы моя территория. Я имею право делать, что хочу тут.
Интересно, какая у меня территория, Я бы большая хотел или сделать маленькая? курятник похожим на тот, что у меня в деревне, в реальной жизни, имею в виду. А, кстати, я тут ступеньки до сих пор не доделал. Надо ступеньки доделать. Пу-пу-пу-пу. Тем более булыжников хватает вполне. О, еще можно выкопаться еще кактус, под кактусы можно копануть. Да. О, ровно хватило, отлично, ступенек. У меня столько песка сейчас, что я могу еще больше копать. Так, здесь у меня не получается, вот здесь у меня получается. Да, я, видимо, любитель подземных проходов. Еще с одних проходов, да? Нет, я такого не говорил. Ой, портал. Блин, одного... А, фуф, еще есть. Хватило. Все, в принципе, должно быть хватить этой площадки для кактусов, по сути дела. Надеюсь, по крайней мере, что должно ее хватить. По сути, должно будет хватить. Так, пай. Блин, один блок песка остался, и ни туда, и ни сюда он. Быстро что-то ты его Ладно. израсходовал. Целый Так, ты стак посмотри, песка. какая там лужайка получилась у меня. Обалдеть. Ты что-то сильно много развести их решил. Так, потому что нам нужны красители, у нас теплицу делать надо, у нас А, для нее теплица-то. именно такой краситель надо. Ну, вообще надо лазурит с кактусом смешивать там. Обалдеть. Можно этот в шахматы играть тут. Ну, это оптимальная просто О, раскладка под посадку кактуса. факелы я забираю себе. Факелы сюда на базу верни. Не помню, сколько там было, я Кстати, скинул штук 15. очень спасибо, все, мы будем дальше Сколько, работать по-моему, здесь. кстати, там и было. Надо делать будет здесь освещение А у дальше. меня уголь вообще есть? Уголь у нас, кстати, где-то есть, по-моему. Тут в карьере есть уголь, я его сам соберу. А то, пока он не работает, толку от него нету. Надо заправить. В сумеречном лесу, кстати, горы нефти есть. А у нас есть место для топлива. Точнее, есть топливо. Есть ведра. Топлива нету пока, но есть ведра. Топливо есть. Оно внизу находится. Можешь ведра так. Ведра, по-моему, где-то в сундуках. Посмотри у меня. Ты что думаешь, я сейчас за нефтью, что ли, пойду? Нет, я говорю, топливо у нас есть. Оно внизу просто. Там же, где и склад находится, куда карьер все скапывает. Просто возьми, спустись туда, где вода. А что ты Там самого не... где-то не... А что ты его сам не заправил? Ну, я пока склад переношу, как видишь. Сейчас, в этой серии мы должны пойти в ад. Я просто хочу, чтобы мы заправили карьер, Так, он запустился, и мы топливо-то сюда тут спустились. есть в цилиндрах или как это называется. Ну, Но в цистернах. как его взять-то? А, Ведром ведрами же, ведрами. капаешь? Ну, ведрами. Ведра, Ведрами, я говорю, да. где-то в сундуке, который там, возле твоего дома. Вот что-то я приближение ни разу не задействовал. Вот ведра. Давай заканчивай, короче, работу свою и в ад пойдем. Ну так ты сейчас пока заправишь, я как раз здесь разберусь. Да. Кстати, это... Как-то давно помню, мне сон приснился про ад, как будто в аду есть тоже босс. И это гаст здоровенный такой. Больше, чем стандартный. Намного. И после его... Не помню, правда, где именно находится этот босс. Ну и, короче, после его победы мы также видим те же самые титры, что и после убийства дракона. Так, Забавненько. сон такой вот у меня был. Но в реальности же в аду никаких боссов нету. Огромных гастов не бывает. Да, а как топливо
Вот так, что ли? А, да. Я думаю, ты уже научишься. Там надо будет заправить максимально, сколько весит, по 10 ведер, по-моему, в каждый. И мы сможем забыть о нем на долгое-долгое время. Он будет просто автономно работать, спокойненько, и все, и прекрасненько. Да. Только надо будет периодически охлаждайку проверять, и все. Я только не помню, какой-то мод добавляет гидродвигатель, это... Двигатели для всё, гидроэлектростанции. Предел. Интересно, какой там вот индастриал, поди. Ура. Так, а ты чё, уже запустил, что ли, его? Ну да, заправил же ты его даже. Запусти. Его ещё даже толком-то. Так ты его на одном двигателе, блин, запустил, на втором даже не стал ты его запускать. Так второй двигатель-то пустой. А, я думал это... Я думал... Я этот центральный открыл. Так. Вот уже ой. Есть. Сейчас заправим. Так, надо сейчас охлаждайку проверить, что там вообще. А, все, великолепно. Так, ладно, пока пойду решу. Что... Так, ладно, что пока ты там что-то да. делаешь, я остатки нефти соберу с того места. Там еще пока она есть. Немного. Пока еще есть. Да, но сначала она... так, будто ее там скоро может не быть. Она, ну она, ну да, она там заканчивается уже. А, ну уже хорошо. Значит, мы курочка. Добываем нефть. Курочка тут есть. Жареная, курочка. Не знаю, откуда тут жареная курочка. Где курочку ты нашел жареную? Все, нефти нет, больше кончилось. А, вот, немного осталось, под деревом еще осталась нефть. Это хорошо, что у нас есть пока нефть. Да уж, на небольшой такой домик я замахнулся, конечно. Надо еще, наверное, увеличить его чуть-чуть будет. Места в инвентаре уже не хватает. Я не использовал ведро. Все кончилось нефть в этом месте. Ничего страшного, там еще в цистернах, по-моему, есть немного. Нет, кстати, я все, я из цистерн все, по-моему, собрал. Серьезно? А ты все заправил там? Сейчас заправим. В первом двигателе целиком. Ну, я знаю, что целиком, сейчас в втором должно. А, можно даже не открывать, не открывая его, что ли, заполнить? Вообще, да. Все, предел. Это уже хорошо. Сейчас запусти его тогда. Я сейчас здесь быстренько ям закидываю, и мы валим от седова. В ад. Все, наконец-то снова он работает спустя долгое время. Все, добыча ресурсов пошла. Снова. Надеюсь, там полезные ресурсы. Слушай, а как тебе идея фрактал построить? Какой еще фрактал? Это фигура, которая подобна сама себе. Я вообще не понимаю, о чем ты, если честно. А это такая модель. Может быть, видел, из булыжников сам ее строят некоторые. Такой куб дырявый весь. Типа состоит из маленьких кубиков 3 на 3, но он огромный. Он собирается из этих маленьких кубиков 3 на 3. Ну. Видел, нет такой? Нет, не видел. Ух. Все, сейчас ресурсы выкладываю и можно валить в ад спокойненько. Сейчас погоди, еще сюда вот копану один песок последний. Все, теперь у нас есть место под посадки. Сейчас будем кактусы размножать. О, неплохо, неплохо. Че, как готов в ад-то идти или как? Я сейчас ресурсы выкладываю, погоди. Так, дальше что нам надо? Кстати, что-то криперы, только они где? Под землей, что ли? Может быть, криперы такое, случайно не в проходе ли в нашем сейчас? А он насыщен, по-моему, хорошо. Сейчас проверим, что-то я криперов вижу прям по это под землей почему-то. Сейчас проверим проход этот. Так, стоп. А что у меня сено забыло в инвентаре? Мне может объяснить? Сено? Может, я...
Не знаю. Пшеница. Так. Не знаю. Осталось только землю выложить, по-моему, да? Только землю выложить отсюда надо. И все, да? Да, только землю сейчас А, нет, выложить нет, осталось. нет. Нет. Не в моем это Да, землю проходит, вообще в выкладываем. другом месте где-то находится. Что, землю выкладываем, и можно идти в ад. Ну да, давай. Огребать люлей. Да, я уже иду, короче, к порталу. Сейчас, так, здесь нету доступа к дереву. Здесь есть доступ к дереву. Вот, все, пока что так пойдет с освещением у нас. Так, сейчас надо будет, кстати, метку на дом поставить тоже. Поставь, у меня-то стоит. У меня пока еще не стоит ничего. У меня каждый раз они сбрасываются, надоело уже. Ну да, потому что мир-то у меня этот, а не у тебя. Все, готово. Так, Вот метка у тебя есть. они не это. Так, лук. Стрелы, все есть, так. Идем. Так, ад. А, блин, он же внизу у тебя в подвале. Ну где, блин, он? Ад. Так, все ниже и ниже и ниже и ниже. Ты когда здесь доделаешь это все, Макс, а? А чё там доделывать-то? Ну какой-то красивый спуск аду. Надо было спуск. Ведьма где-то хохочет. Да, хрен с ней. Адские парни мы с тобой сегодня будем. Так, свинозомби предлагаю даже не трогать. Надо постараться их не Так. трогать. Ой, я должен стать ифритом быстро. Ай. Ай, И этот кто паук там еще и по мне обжигает. стреляет? Да, вещи хоть сохраняются. Так. Есть одна мысля умная. Вот жаль, я не могу ТП-шкаться из одного измерения в другое сразу метками. Ай, сгорел. Ну, поздравляю, но у нас есть зато этот. Так, я должен стать ифритом. Всполох теперь его зачем-то называют. Так мне будет легче расправиться с этим пауком. А где он? Ушел, что ли? Блин, он ушел. Как печально. Блин, я хочу вот что сделать. А можно спавниться этот? Ну-ка, спавн поинт. О, паук вернулся. Ну-ка, сейчас огреем его по полной программе. Жаль, это нету. Сейчас он тебя самого согреет. Но у него ХП не так много уже осталось. Надо его как-то добить. Вот эти вот частицы от дыма меня просто раздражают. Как их выключить? Как-то можно. Можно же как-то вроде отключить. Анимация. Частицы портала нет. Анимация дыма. Все, наконец-то меня это не. Наконец-то мне это мешать не будет больше. Частицы дыма наконец-то исчезли. И паук опять исчез. Куда? Так я его убил, может быть, потому что не. Нет, он тут. Нет, он тут на карте отображается рядом. А, он наверх, что ли, убрел? А, это другой уже. Блин. Нет, спаунпоинт что-то не работает. Я поставил спаунпоинт в аду в самом, а это что-то не сработало. Неужели команды вообще нет больше какие-то? Надо добить этого Ого, паука. Я нифига, хочу я его тут живу душу. Я нашел. хочу поглотить душу этого паука. Вот от этого лучника я бы хотел вообще подальше держаться. Где этот паук-то? Да блин, ну как его бить-то? Он бесит меня.
Значит, накопал 35. Блин, еще этот. Этого. Блин, можно хотя бы спаунпоинт возле портала в ад поставить, а? Ведьма хохочет, меня это раздражает. Если честно, вообще. Спаунпоинт. Точка возрождения установлена. Так-то лучше будет. Так, где паук? Я хочу убить паука. Срочно. Хотя бы одного. Чтобы... Я хочу камень. Душу поглотить его. Да блин. Ладно, хоть тут спаунпоинт работает. Ой, как же лагает во время прогрузки в ад. Нет, меня свинозомби бьют. Почему? Я же не бил, я же их не бил. На, я не могу ударить его. Его очень сложно убить, паука этого. А может ты ударил просто свинозомби когда-то? Может быть. Но ты не забыл ягриться. Наконец-то я убил паука. И что-то с него выпал, расплавленный осколок с него выпал, и 10 штук незер камня аж. О, все, свинозомби после респауна на меня не агрится, что ли? В более старых версиях продолжали агриться после респауна. Ладно, надо не бить их. Надо их не бить. И вот этого лучника, и теперь с этим лучником надо расправиться как-то. У меня броня закончилась совсем. Ну как, штанишек у меня нет. Что-то этот лучник немного заглючил. И он... Блин, дикий огонь. Называется он ее. Я вот ненавижу, когда это... Прогрузка в ад подключивает. Так. Блин, он даже не дает подойти к нему. А, блин. Он так быстро стреляет, я даже не могу к нему подойти. Ой-ой-ой, какая беда, а. Да пошел он нафиг, я не буду его, короче, трогать вообще. Это что такое прыгает? Это адский слизень. Блин, я завис на одном месте. А, кстати, мы же возле крепости заспаунились, надо проверять крепость. Можешь до меня дойти как-то, нет? Ты где? Я тебя не вижу на карте даже. А, вот, ты на карте есть. А ты что туда-то улетел? О, работает. Здесь очень много адских пауков. Ифриты, которые сейчас будут стрелять по мне. А вы что по мне стреляете? А что же ифрит? Там это, брат за брата. Где ваши правила такое, блин? Обалдеть, сколько тут лавы. Я в афиге просто. Вот кварц, нужен нам кварц или нет? Нужен кварц, собирай. Да. Максимально побольше. Но нам надо, блин. Пошел нафиг, Данила. Блин, я золото нашел. Адские пауки, я так понимаю, да, в аду есть золото. Да, я так понимаю, адские пауки не горят в лаве. Есть это. Кстати, заметь, в аду нету эндерменов. В аду же нету вроде эндерменов. Ай, блин. Блин, этот лучник сраный меня задолбал. Надо. Тут газ где-то летает. Я хотел бы газ-то убить. Я не вижу. Ну ты. Макс! А чё я-то? Сам виноват, я не просил ты пошкаться ко мне. А я как до крепости доберусь? Ну я не знаю, я тебя не просил ты пошкаться ко мне. А как мне добираться до крепости? Не знаю, самому. Ты ифрита убивал? У тебя душа эндера есть? Нет. Ой, ифрита. Эндера. Ифрита. Ну надо это убить его, чтобы ты мог летать.
Лихач. Что за лихач, блин? Лихач. Ай, блин. А, дикий огонь тут поучаствовал немного. Боже, я, блин, прямо гребаю по полной программе здесь. Визор скелет. Надо в этот крепость идти. Ай, только блин, если на зомби стреляет. Блин, как он мощно стреляет, а? Ну не так, ну тем не менее он стреляет не так метко, как этот лучник этот адский. О, наконец-то. Даже тихо стало аж. О, надо вот эти штучки собирать. Камни светящиеся собирать надо. Как так? Блин! О, магма! И вот газ-то я слышу, но не вижу. И на... Ты опять ты ко мне, что ли? Я промахнулся с расчетом. Нет, я просто с расчетом промахнулся. Я копал под себя. А, чё ж ты мою ошибку повторяешь? Я на крепость рассчитывал упасть. Я рассчитывал на крепость упасть сверху. А-а-а. Вот Гаст, где Гаст? Я не вижу его, но я его слышу. Гасты, как обычно, они где-нибудь сверху находятся. Ну да, они сверху, но... Я его слышу, но его нет на карте даже. Короче, я иду в крепость. Опа, я в крепости. Ифрит. Убиваем ифрита. Мне мало хп, мне нужно поесть. У меня броня заканчивается. Серьезно? Надо будет... Чего? У меня вышло убить ифрита. Отлично, а теперь ты летать можешь хотя бы. А что сейчас фармить золото, кажется, буду? Блин, опять этот лучник в крепости и маленький свинозомби. Я иссушу... И меня убил визроскелет. Иссушен максимально. Этот... Короче, может с другого... Может с другого этого... С другого места в крепость зайти. Ну попробуй. Так, хотя бы ифриты тут спавниться больше не будут. Потому что здесь слишком много этих адских пауков и лучников. А что здесь за взорвито? Надо, короче, летать и искать тут сундуки. Блин, он задолбал лучник этот. Вот тут обычный скелет есть. Вот, так вот, я говорю. Эндерменов... Ой, по мне газ стреляет. Пора газ убить. А я хочу скелетов на себя запровадить. Да блин, Гаст улетает очень мощно. О, отлично, Гаст я убил. Он ревет ужасно, а? Гаст. Так, песок душ тут есть. Не знаю, нужен ли нам песок душ. А как летать за этого? А, прикольно. Ну как в креативном режиме? Еще один газ. Это кто? Еще один. Там, короче, кровяная руда есть. Но я не могу подобраться к ней из-за этого лучника, который меня достал. Еще один газ где-то, что ли, тут летает. А я ад изучаю. Блин, как бы подобраться. Там я не могу туда подойти, там лучник охраняет. Вот эта руда мне нужна. Слушай, а как ты убирал эти частицы огня? Заходишь в настройки, короче, настройки графики. Uh-huh. И анимация, там частицы дыма выключаешь. Анимацию дыма выключаешь. Так, чтоб настройки. Настройки графики. Uh-huh. Анимация. И выключаешь, uh-huh. И выключаешь там анимацию дыма. Это кто такой? А, это лучник, опять этот дебильный стреляет. О.
Великолепно. Вот лучник вот этот адский, это самый опасный вообще враг в аду, мне кажется. Он стреляет так, что я даже подойти не могу к нему. Вот, та, вот тут розовая руда, я очень хочу ее взять, но лучник этот не дает подойти к ней. У меня тоже есть розовая руда. Адский огонь. Жгите Ай, огонь. он мне Воды даже нет. подойти не дает ко мне. Так О, я по ним настолько быстро попал. стреляет. Куда ты попал? О, фарм, фарм, О-о-о. фарм. Даже с Ресы, ресы, сохранением ресы. инвентаря сложно эту крепость проходить. О, я нашел сундук один. Ну-ка, немедленно исследуем его. Тут какие-то заполненные консервные банки есть. И два Ой, по-моему, золотишка. еда, Два кстати. золотишка, золотая конская броня и седло. О, погоди, а я этот сундук пытался открыть, меня прям в этот момент, как я его открыл, меня убили. Седло. Так, а нарост из Незера. Не знаю, нужен он нам или нет. Вот это мне точно не нужно. Это мне надо. Так, потом вот Это этот не кварц нужно. мне нужен. Седло, не знаю, нужно ли нам седло. Золотая конская Кварц броня. мне нужен. Пусть будет. Кварц мне понадобится. Так, Так, спуск розовый вниз. Ой, камень. тут сколько адского нароста-то ем. О, розовый камень. Слушай, два розовых камня. Вот. Из него, по-моему, можно сделать исцеляющий меч. А почему я застрял? Так, Так, это... тут здесь проходы все закрыты, замурованные. А тут есть спуск вниз какой-то. И тут много монстров. Ай, Опа, еще блин, блоки меня красные. иссушают. Ух, задолбали. Вот, жаль, нельзя спауниться сразу, прям где это ты находишься. А заново в ад этот идти, блин. Так, я перешел на ЛТСДС, и мобы все... Они ушли все. Какого фига они ушли? А, тут я спаунер сломал. А здесь замуровали, что ли? Сюдос. Или это ты, или это я блоки поставил, или кто тут блоки вообще поставил? Я там замуровывал, чтобы визор скелета побить. А я это разрушил. Хотя, впрочем, это Так. не нужно уже, я думаю, тебе. Так, Так, налево-направо. еще один сундук. Опа. Или, а, это тот же. Это тот же сундук. Надо посмотреть, где еще. Так, вот тут есть Ай, спаунер. иссушитель мне попался. Я тоже. Иссушители хоть умирают быстро. А тот с лучниками, с этими пауками, это тот еще геморрой, бля. О, сундук есть. Что в нем? Оба, два алмаза, седло, золото. Фонарик, видимо, соберется скоро мой. От одного удара, что ли, он Оп. умер? Здесь нету прохода. Здесь тоже закрыто все нафиг. Закрывает. А я только что здесь был же. О, спаунер. Здесь Ну чего-нибудь его нафиг. есть. Здесь что есть? А Ничего мы всю нету, здесь крепость что? проверили или нет? Я только один сундук в ней чуть Опа, нашел. ифрит. Ифрит, Опа, ифрит, ифрит, ифрит. ифрит. Я чуть не Опа, пойму, адские наросты. мы все места-то в этой крепости проверили или нет? Что-то я только один сундук А вот нашел в фиг ней. знает. А, там нету прохода дальше. Что-то... Мне кажется, тут еще может быть сундук, но что-то я больше не нахожу ни одного. Опа. А, нифига, он кроет прям. Ой, Метка. о! А, это опять тот же сундук. Да что ж такое? А я вот убираю сундуки за собой. Вот мне бы хотелось... Да я мусор туда сложил. А, вот Опа, магма. розовенькая руда. Слушай. А мне бы магмы бы хотелось бы. Магма мне бы надо было бы сейчас. Зачем она тебе? Камень крови. И что из него сделать можно? Ну-ка, меч мне покажите из Divine RPG. Жаль, нельзя посмотреть. Я или, по крайней мере, не знаю, на какую кнопку, что можно сделать. Ты куда вышел-то?
Андрей куда-то у нас вылетел, короче, ладно, пока ищем этот меч, из которого можно что-то исцелить. А, блин, 40 минут уже, кстати, серия идет, надо заканчивать же. А, вот он. Для него нужен незеритовый слиток. В принципе, на этот меч хватает уже ресурсов. Так. Андрей куда-то вылетел и даже не пишет мне сейчас. Да ёп! О, связь появилась. А ты куда? Ты куда вылетел ты? Я не знаю, меня выкинуло с того мира, сейчас я обратно захожу. А. Короче, я нашел крафт этого меча, который исцеляет. Для него, в принципе, не такой уж он и дорогой. Только лучники мне эти не дают подойти к руде. О, еще адский паук! Бежим отсюда. Слушай, паук, я тебя приманю к этой. Я паук, я тебя в лаву приманю. Вот, тони там, короче. А, он может плавать в лаве. Этот паук может плавать в лаве, ё-моё. Я, короче, розовые алмазы собираю. Сюрприз, сюрприз. Да. А я пока решил немножечко собрать. Мне надо еще красные руды найти. Назеритовой. Сейчас найдем мы ее и закончим. А у меня есть где-то 7 штук. 7 штук. А, вот я нашел еще одну. Она нам пригодится для создания. О, вот еще одна. Для создания этого меча она нам пригодится. Я магмус набрал. Да. Я магму собираю. Не знаю, зачем она тебе нужна, если честно. Но. Не знаю. Собираюсь. Построюсь ничуть. Это же, она же горячая. Мы к ней не сможем подойти, прикоснуться. Чем бы дитя не держалось, лишь бы не вешалось. Защиту от монстров, что ли, сделаешь какую-то из нее? О, вот это вот. Не знаю, попробовать стоит. Вот это вот пособирать надо. Вот из этого фонари можно будет светильники сделать. Кстати, светокамень собирай, я что-то тогда 3 или 4 стака принес в прошлый раз. Так, думаю, у меня хватит почти 2 стака имеется. Еще розовая руда, надо ее взять. Блин, надо такой большой, может быть здесь что-нибудь интересное можно найти? Вау! Ой, что такое? А. Ничего, я уж думал, неужто сейчас вылетит. Ладно, короче, хорош, ну, наверное. Надо домой вернуться и это... сделать новую броню и поставить на плавку эту руду. Так, становлюсь человеком. Так, мне бы сейчас бы найти портал на самом деле. Так вот, я, кстати, не договорил. Ты меня не слушал нифига. Вот, эндерменов же нету в аду у нас. Вроде бы. Ну. И. Короче, это вот версии нет. Для версии в старой версии, по-моему, для PlayStation 4 эндермены в аду эндермены появляются в больших количествах. Так, это собрал. Так, руду поставлю на плавку. Ну-ка, как из нее? У нас уже почти 45 минут серия идет. Незеритовый слиток, да. Кошмар, нам надо... опять затягиваем. Да, да. Ладно, короче, пока руда плавится, закончим на этом серию. В следующей серии я сделаю нам обоим по такому мечу. Спасибо большое за просмотр, с вас и кос, подписывайтесь на нас, эпичные видосы. Подписывайтесь на стримерский канал, влоговый канал, вступайте в ВКонтакте и всем пока.